Всем привет, с вами Прием. Сегодня решил зайти на ПТР, так как весьма интересные новости на нем появились относительно покупки легендарных предметов за валюту, а именно пробуждающая сущность. Сейчас я подошел к этому торговцу после переноса своего персонажа, именно ДК Мейна, на ПТР. Подошел к этому кузнецу, и он просто так дает мне 5 этих сущностей. Я специально открою окно валюты, чтобы вы увидели то, что я получаю их, а не трачу. И сейчас на самом деле все идет интересно, так. Титанический труд мы отменим задание. Мы подходим к нему, смотрим на его товары, и что мы видим? То, что квеста теперь нет. Сущности падают и без квеста. Это относительно хорошо для людей, которые могут забыть сделать этот шаг для развития своего персонажа, для полегендарок. Полезно, весьма окей. То есть за 50 сущностей покупаем ап легендарки до 1000-го и апаем, наслаждаемся усиленной легендарной вещью. Но самое то, что интересное, создает легендарный предмет из дополнения Легион, соответствующий вашей специализации для добычи. Для добычи нашей специализации. Вполне логично. Предмет персональный при получении. Увы. Он не передается по учетной записи Battle.net. Обидно на самом деле. Хорошо. Единственной легендарки, которой у меня нет на моего ДК, это запястье на Unholy Spec. Что же мне напишет? Ну, каст идет, 4-секундный. А, да, это запястье. То есть, самый обычный крафт вскрытия легендарки. На самом деле, весьма интересно, что будет создаваться для персонажей, которые заимели все легендарные предметы. То есть, что вообще им будет дропаться, можно ли будет вскрывать, можно ли будет сущности в это тратить, или же сущность приобретет свойство пересылаться по учетной записи Battle.net. На самом деле, вот эти два шага, то есть первый в виде случайной легендарки для случайного класса, и второй в виде предмета для учетной записи, на самом деле хотелось бы видеть для тех персонажей, которые заимели все легендарные предметы. Посмотрим, только сегодня добавили этот предмет, и, возможно, еще многое с ним поменяют. Может быть, валюты нужно будет меньше, может быть, больше даже ее нужно будет. Может, сделать какие-то изменения, может, что-то сделают еще. Верим, надеемся, ждем. Ну, а касательно сущностей, видосик по ее фарму есть. То есть, откуда, в каком количестве. В принципе, за неделю вы сможете заиметь одну легендарку. К тому же, эти покупные легендарки, что крафтовая, что вот эти за 175 сущностей, они никак и никогда не будут считаться в общий зачет легендарок. Так что вы без труда сможете дропнуть какие-либо легендарки с таким же шансом. Но опять же, если вы никуда не ходите по типу ни миф плюсы, ни зачистка обычных эпохальных подземелий, ни зачистка рейдов, сидя ровно во плоти у костра, вы ничего не получите. Увы. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше, сущности фармите, оставляйте их, не забивайте сейчас на них. Если у вас нету парочки легендарок, нужных для вашего класса спека, обязательно запасайтесь ими. Берегите ноги, до скорого!